Друзья, всех приветствую на своем канале. Получила посылочку с пеларгониями с ДЭК. Отправили мне ее 24 октября. Сегодня 30 октября, и я ее открываю. Я уже сняла, потому что как-то запечатана вот так. Немножко она примятая с этой стороны. Здесь свежий срез пеларгоний. Так, не подрезала. Смотрим. Утепление. Ругалась я со СДЭКом, экспресс-доставка. 2-4 дня было написано, в итоге почти 7 получилось. Ну, посмотрим. Писала им, звонила. Приносим свои извинения. Я говорю, ваши извинения мне некуда положить. Так, все упаковано тщательно. Так, сейчас посмотрим. Несколько раз я забираю. Вот так. Опс. Давайте смотреть вместе. Так, тубусы. Как добрались? Так, Тес Влада и ЮВ маленькая Англия. Так, ну они живы. Здесь обмотано фольгой. Сейчас посмотрим дальше. Ножницами быстрее. Так, Ирида за роскошь и Ханна. Ханна Новис. Так, они пожелтели немножко. Дальше смотрим. ЮГЭ, цветы Зевса. Черенок зеленый. Листики немножко подвявшие. Будем складывать дальше. Череночки все маленькие. Так, Иреол сударыня Зоя. Теа лимончелло. Ну, это не страшно, что почернели. Главное, сами стволики хорошие. И тадам, самая дорогая. Аж интересно. По-моему, зеленая. Смотрим. Так, Теа, история любви. Смотрите, какая зелененькая, самая дорогая красавица. И ЮГЭ, янтарный берег. Тоже получше добрался, не пожелтел. Так, сейчас будем разворачивать и сажать. Полежали они полчасика, пока я набираю стаканчики. Здесь торф, агробал чистый. Немножко здесь есть пенопластовых шариков. Сажаю, сейчас пересадка у меня фиалок, поэтому такой будет состав. Подписываю дату обязательно посадки. И в каждый стаканчик, я уже попробовала 1,5 месяца назад, добавлять по 5 гранул базакота. Удобрение на 6 месяцев действия. Оно медленно очень растворяется, но уже идет питание. Как только запускается корневая, я покажу сейчас в теплице, как укоренились все до единого черенки. И сейчас я понабираю и добавлю практически до верха торф. Здесь 180 мл в стакане. Все черенки я тщательно осмотрела. И вот эта листва меня совершенно не смущает. Потому что, смотрите, наверху зеленые новые листики. Вот это все отвалится, отойдет в процессе укоренения. Потому что дольше они были в пути. Но у всех есть вот он, новый прирост. Он идет. И сейчас будем смотреть, что внизу. Здесь нужно аккуратно распечатать. Теа, история любви. Вот. Новые молодые листики, кстати, лучше всех. Она добралась, самая прекрасная. Хотела себя побаловать, чтобы чем-то заниматься. Так, тут, конечно, все залеплено очень сильно скотчем. Нужно ли его столько мотать, я не знаю. Поэтому аккуратно надо подбираться. Они посажены в таблетки такие.
торфяные для укоренения. Об этом меня предупредили. И я уже наслышана о них, что в них транспортировать только. А дальнейшее укоренение все должно быть в торфе. Вот, смотрите, она в меру влажная. И мы... Нет, сейчас я его разорву. Главное, чтобы внизу было все светлое. Так, смотрим. Вроде бы все светлое. Я вот это вот почищу сейчас просто. Так, и что-то мне не очень нравится, поэтому я обновлю срез. О, вот так. Все чистенько. Сейчас вот эта слеза немножко затянется, 2 минутки, и буду сажать с фитоклоном. Я уже пробовала с ним, и в таких случаях лучше не экономить. Все-таки пользоваться стимуляторами для укоренения. Так, ну пока мы ее откладываем сюда и занимаемся следующим. Иреол, сударыня Зоя. Где она? Ну вот она. И мы ее сейчас распечатаем. Тут отличный срез. Можно сразу и посадить. Вот все светлое, поэтому... Я буду сажать сразу. Торф у меня замешан был еще позавчера. Вот нужно погрузить именно 5 миллиметров. Не нужно окунать даже на сантиметр. Только вот самый-самый кончик. Поэтому расход его не сильно-то и большой. Все, я помещаю и вот так прижимаю. Дальше поливаю чуть-чуть. Ну, буквально тут столовая ложка. И отставляю. Дальше. Так, кого бы еще взять подороже. Так, цветы Зевса. Ага, смотрим. Вот он, молодой листик. Все отличненько. Но эти листья сейчас пока не буду убирать. Они и сами отвалятся. Опс. Тоже все хорошо. Так, берем наш стаканчик. Делаем углубление. Оп. Макаем. И помещаем. О, красота. Для меня уже красота. Так, это отставляем. Кто-то еще был такой. О, ЮГ, Янтарный берег тоже. Из дорогих. Сейчас посмотрим. Тоже все хорошо с ним. Опс. Так, смотрим, что здесь. Так, здесь тоже вот коричневенькая, поэтому я срезаю. Видно хоть? Видно. Тут как раз под почкой новым лезвием обработанным. Во, все чисто, все хорошо. Так, сюда лежи. Что там, 2 минуты прошло? Да, вот слезы нету. Все, помещаем. Так, раз. Оп. Вот, 5 миллиметриков. И сажаем. Какой-то он искривленный. Посадим его
конечно, по центру. Вот. Вот так. Так, кто тут? Т.А. Лимончелло. Вот, смотрим. Тоже чуть-чуть обновлю. О, чтобы было все светленькое. Так, лимончелло. Сюда. ЮВ, маленькая Англия. Ну, тут только-только вот зачаток есть. Мелковастый. Но она и сама маленькая. Поэтому и черенок у нее соответствующий. Так, смотрим. Что тут написано? Ничего не написано. Ну, здесь вроде бы все светлое. Но хочется обновить. О, все светленькое. Так, маленькую Англию сюда. Кого мы брали? Вот это. Можно уже посадить. Все, затянулось. О. Опс. Так, Ханна Новис. Обновите срез от метка. Линию. Сейчас посмотрим, что тут за отметка. О, Ханна в салфетке. Так, ну что, посмотрим, что тут ей сделать. Ага, вот она. Здесь надо будет... Так, здесь вот такой черенок. Ну что, можно попробовать. Вот здесь уже и почка просыпается, значит, наверное, подрежу. А, вот линию мне нарисовали. Где отрезать? Так, отрезали. Вот это тоже надо, наверное, подрезать чуть-чуть. Так, Ханна идет полежать 2 минутки. Дальше. Кто тут? Ирида за роскошь. Тоже что-то надо со старого ствола снять, написано. Тоже, наверное, в салфетке. Смотрим. Это салфетки для протирания мебели. Это не бумажные салфетки. Так, тут тоже обновить. Но это боковой. Видите, тут был еще стволик. Ну, значит, пойдем сначала вот здесь. Потому что вот так срезать это вообще. Вариантов меньше останется. И режем. Вот здесь коричневое видно, значит, придется еще короче. О, здесь светленькая. Лимончелло проветрилось. И мы сажаем. Ну, вот так у меня получается. Дальше и маленькая Англия.
тоже проветрилась. И осталось тест Влада. Обновить срез. Так, смотрим. Она тоже в кубике. Ага, надо обновлять. Вот сейчас под этой почкой. Обновим. Все. Тут можно поснимать листья. Во, вот так. Что, сажаем Ханну. Вот так. Так, ей надо пошире, чтобы гель не смазался. Так. Раз. Я убираю всех в контейнер, а эти как раз еще подветрятся чуть. Все, и эти затянулись дольше. Их когда с фитоклоном, в инструкции написано, что срезаем черенок и сажаем. С фитоклоном нельзя подсушивать, подвяливать черенки, когда мы своим способом укореняем, обычным, когда час-два вялятся, они у нас подсыхают. Здесь с этим препаратом нужно сажать сразу. Так, ну все, посажены. Вот так, все посажено. Сейчас ставлю на подоконник, на естественный свет, где нет прямых солнечных лучей. Под лампу лучше такой вариант сразу не ставить. Даже и укорененные, когда получаем из посылок, лучше их ставить на привыкание к естественному свету, а потом уже можно и под лампы, если день короткий. Пожелайте нам удачи в укоренении такой красоты. Сейчас пойдем в теплицу посмотрим. 30 октября, у нас на улице 17, в теплице 26, все открыто у меня. Натянут агроспан, очень светло. Пеларгонии цветут многие. Сегодня я уже с утра начала приборку, уборку. Листики нижние кому-то поубирать, соцветия. И давайте посмотрим на это укоренение. 19 сентября было укоренение. Смотрите, какая корневая. Это мерлизон. Вот весь ящик. Эммануэль плоховасто укоренялся у меня в августе. То есть очень долго. А здесь посмотрите, какие корни. И у всех заложен здесь базокот. Смотрите, какая корневая, стаканчики 200 мл. Вся Эммануэль хорошо, и весь мерлизон хорошо растет. Вот, смотрите, сколько корней. И они уже получают медленно питание. Так, что мы тут смотрим? Тоже все хорошо. Вот попозже пошел, потому что он цвет, видимо, я не убрала. И этот медленнее. Так, еще одна Эммануэль. Вот сейчас уже поливать нужно, потому что от жары прям... Ну, сложновато. Ночью уже топлю немножко, а днем приходится все открывать. Лиаза марцеллина, это позже еще была посадка, наверное, на 2 недели. И уже тоже хорошая корневая. Так, огурцы у нас, конечно, поморозило, и я себе высадила еще 2 огурчика. Как раз поставлю в конце теплицы, пересажу в ведра, и под Новый год будем есть свои огурцы. Они уже быстрый сорт, классный. Он уже через 1,5 месяца плодоносит от посадки. Это было 2 недели назад. Да, посажены уже вот такие семечки у нас хорошие, переваленные в 3-литровые горшочки. Так, сниму вам, наверное, видео приборок, уборок, пересадок. Вот какая лолита у меня классная. Еще один себе кустик сделала. Сейчас нужно будет перевалить уже в горшочки. И покажу вам процесс. Всем красивых цветов в доме и до новых встреч!